Второй день моей работы. Ну, пока что мне тяжело вставать. Чуть-чуть выйти из зоны комфорта. Сегодня было, потому что вчера вечером после работы я сходил еще в зал. После зала пришел домой, я монтировал видеоролик, который снимал позавчера. Я их отправил, я лег в час. И стал сегодня 7. 6 часов сна. Ну и на работе что я делаю, это снимаю рилсы. Вчера один рилсы снял. Смонтировал, выложил. Сегодня тоже, вчера еще один снял. Лежит материал на монтаже. Сейчас приеду на работу. Буду сразу монтировать этот видосик. И еще сегодня, помимо того, чтобы монтировать этот видосик, две съемки, которые тоже надо будет сегодня смонтировать. То есть, если в целом, раньше я на съемку выезжал, снимал, допустим, там за 1-2 дня мы там снимали с блогером 15-20 видосиков, и лежало все это на монтаже дома. А то сегодня, сейчас у меня работа такая, что экспресс-монтаж, то есть снимаешь, сразу монтируешь и выкладываешь. Вот как-то так. Это все, что я понял, значит, первый день. Все, я на рабочем месте. Начинаю процесс монтажа вот на сегодня плана. 8 пунктиков. Съемка, съемка, съемка. 8, 8, 8. Я уже дома, второй рабочий день подошел к концу. Потихоньку вливаемся. На самом деле в мозге творится непонятное. Он такой думает: what? What? Это что за нафиг? Он привык, знаешь, такой: проснулся, прогулялся, в зал сходил, к 3 часам дошел до рабочего места, в 4 часа сел работать. Чуть-чуть выйти из зоны комфорта. Ну, типа, к 10 заканчиваешь, жена себе домой приходит в 11. Ну, вот полноценно примерно, 6-8 часов рабочий. У меня и так 9. А сейчас нужно вставать. Уже пора, сейчас начал, к 9 есть. Вчера поехал к 10, сегодня ездил к 9. 8:50 захожу, вообще никого нет. Фу, тишина такая, как я люблю. Дома тишина, и хорошо в тишине работает, на самом деле. Вот. И потом и начал монтировать. Монтировать видосик, который вчера вечером снимали перед выходом. Кстати, он вышел. Я не буду рекламировать телеграм-канал, в какой компании я работаю, куда эти видосы вкладываю. Лучше я скажу, чтобы подписывались на мои два телеграм-канала, которые есть в описании к этому видео. Один телеграм — это лайф. Трансляция, я там постоянно там какие-то кружочки интересные записываю, что нахожу. И второй телеграм-канал — это телеграм с обучением видео. То есть я записываю там туториалы, смотришь эти туториалы по видео и монтажу, повторяешь, и все, у тебя профессия рилсмейкер может быть уже за 3 дня. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита, приятного просмотра, смотрите видео. Из этого места не хочется уходить. Компотик какой-то. Приехал сегодня. Я только зашел с порога, вижу компотик, думаю, надо попить. Зимой компотики прям хорошо заходят. Личка лежит же. Когда у меня вкусняшку даст, да? На слово вкусняшка, видишь, она реагирует? Вкусняшка. 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 Ну давай там. Тут уголок лич. Вот Саша ставил телефон, снял. Ты ее корм? Это ее вкусняшки. Вкусняшку берет. Вот так вот. Молодец, покушал, молодец. Идем Настю. Тройку. Давай. Не, ну это некрасиво. И готово. Угадайте, кто по вам соскучился? Это я. Я по вам соскучился, мои дорогие зрители, потому что я давно не снимал на телефончик. Потому что у меня было 3 дня работы, я устроился на официальную работу. И что я там делал, угадайте? Все верно, снимаю рилсы. Ты волшебник, Гарри. В день по 2. Для того, чтобы, ну, в теории можно было приехать все заснять и дома монтировать. И вот я отработал первые 3 дня. Делай то, что должен. Не ссы. Ничего. Вот как будет, так и будет.
Мне пока что все нравится. Да, конечно, первые два дня было тяжело. Вчера уже прям так свободненько и хорошо было. Третий день. Вчера была опять сильная суббота, я в зал пошел. И 3 февраля. Февраль начался. Кстати, смотрю, не насмотрюсь на свои влоги-блоги, которые я вел в январе. Старался выпускать в воскресенье, среду. В среду, кстати, не вышло. Вот когда, получается, среда, это было 20... Ну, я потому что вот на работу вышел первый день, 31 января. В среду не вышел влог, но завтра выходит, 4 февраля, обязательно посмотрите. Кто не посмотрел, плейлисты по ссылке в описании. Есть ссылка на плейлист. Плейлист называется «Влог на iPhone». Там все видео. В среду, кстати, первый мой рабочий день. Мне мой друг Алексей подарил 7-дневный абонемент. Ну, купил себе абонемент, у него там есть 7 дней для друзей. Тоже в одном фитнес-клубе, называть его не буду, потому что они не заплатили мне за рекламу. Вот, ну и я туда сходил в среду, то есть первый рабочий день, после работы туда заскочил. Не знаю, если мне видео там остались, я, конечно, добавлю. В феврале месяце. Вот такая атмосфера. Вчера, вот если не верите, вот тут все было, чернота такая была. Может, все потаяло, все начало течь. Водичка пошла. И ночью снова выпадает снежок. Снимаю 4К, 60 кадров на экспозиции, минус на 3. Вот такая вот красивая картинка получается. У нас здесь Настя говядина, стейк. Я его никогда не готовил, Настя будет делать салат, я буду делать стейк. Посмотрел на ютубе, что его делают всего лишь 25 минут. Короче, 2 дня готовил. Вот так пачкается белая поверхность духовой, ну, этой. Ой, варочной панели. Есть специальное средство, я не помню, где оно у меня есть. Ладно, я сделаю видео на ютубе, как я буду чистить вот эту варочную поверхность. Она была вот так, вот потом так, хоп, щелкнет, она вся белая. Это все оттирается. Когда у вас черная плита, вы это не видите. А мы белые постоянно намываем. Ну что, начнем резать стейки на мелкие кусочки, на сковородке разогреем и потом в духовку закинем догоняться. Сейчас уже Настя сделает салат и посмотрим, что это получится у нас. Пожелайте приятного аппетита. Я разбавляю свой влог немножко кулинарии. Кто любит готовить, обязательно напишите комментарии. Я люблю готовить. Сразу обжаривается, она же ничего не маринуется. Да, еще и думал, что будет. Я хотела бы лечебное психиатрическое обследование. Что вас беспокоит? Судя по всему, я на грани нервного срыва. Если не посралась со всеми, с кем можно посраться. Так. Мне предъявляли просто за все подряд. Так. Я просто думала, что это сейчас всех разнесу. Вечером сейчас я посралась с Сашей и ушла домой. Вот такая вот работа. 5-2. Офис. 5-2 это. Ну, офис. Так, я хочу вот такие вот мелкие порезать. Смотри. Вот так. Вкусно! За вкус отвечает личи. Ротатор ручек мой скоро готов. Вот у нас такая вот ручка. Все такое надевается. Все, нагреваемся сковороду. Она максимально. До максимально где-то минут 10. Ну, обжаривается, чувствуется, что она обжарится. И потом уже ставить в духовку догоняться. Кадр свыше у нас вот лица. Запах от мяса пошел такой.
вы можете написать комментарий, как вы жарите стейки. Это природный дар. Серьезно, это природный дар. Это очень просто. Я не стараюсь. Я вам сейчас покажу мой рататуй, главное. Вот такой вот кадр. Вот мой рататуйчик сидит. Да, Личи? Ждет. Это штатив, который все снимаю. Выгреется у нас колодка. Вот такое вот сочное мясо прям вообще светится. И такая вот подсветка. Раз, свет, два, свет. Это перси такое, подышало. Ставим обратно. Ставлю двойное отверстие, и можем поставить 5, их открывается, я ставлю двоечку, даже единичку, и чуть-чуть солится. Все, теперь берем, у нас оливковое масло, такая вот штучка у нас, оливковое масло, и сразу баночка с кисточкой, удобно. И промазываем. С одной стороны, и с другой стороны. Можно уже свести свой кулинарный блог. Что вы думаете по поводу этого, напишите в комментариях. Да. Там тоже все готово, аж зашипело, видите? Я вас поверну сюда вот. Зашипело. Теперь, чтобы мне обжарить и сразу выложить на противень стейки, мне нужно подготовить поверхность. Я вас отключусь секундочку. Листа вот эти. Духовку включил, она разогревается. Лист достал, сейчас я положу сюда. Вот. Мини-стейк уже готов. Лук. Первый пахнет уже, конечно. Вытяжку включил. Буквально чуть-чуть, по-моему, прихватывается. И переворачивается. Со всех сторон. Ого. Он у меня уже почти готов по виду. Да? Как он? Вообще красота, аппетитная штучка. А я могу. Сейчас мы чуть-чуть его доделаем. Даже надо с каждой стороны прожарить его. Да, для таких моментов нужны, конечно, щипцы. Вот так вот на бок я ставлю. Иди посмотри, красота вообще. Снимай, стори снимай. Вообще пушка. Оля зря не пришла. Да. 100 раз скажу, да. Итак, стейки мы поставили. Там минут 10-15, вот до 180 температуры разогнал. Такая красота. И вот такая поехала наплыв слева направо, перекат. Ой, еще красота. Ну, посмотрим, что получится. Поехали. Вонячий. Давай, ешь еще. А, большой кусок пахнет? А если вот так? Чё ты передумала? Ну, так вот он выглядит тоже, облёт внизу. Фокус. И полетел. Вот что у меня получилось. Похоже на подошву. Ну, будем пробовать. Почему-то у меня из них много вышло воды. Я не знаю, вот у меня весь как этот лист. Да, он весь в воде. Я пока еще не разрезал, будем разрезать уже на месте на тарелочке. Тарелочка приготовлена, она лежит 2 минуты. 10 минут, 180-190 градусов. Личи, дай подошву, она ей подошву съест, да? Не, она уже лук ела, голодная собака. Я пробую чуть-чуть. Честно, я не могу это есть. Она у меня получилась очень твердая.
что-то я сделал не так. Может, то, что тонко порезал. Долго, наверное, слишком в этом духовке стояло. Не, мне кажется, на сковородке сильно. На сковородке... Не-не, со сковородки ты достал, там еще кровяка была. Ну, сделай из этого фарш, будем делать бургеры. Ребят, в завтрашнем выпуске рецепт бургеров. Помните стейки, я их, короче, порезал вот так вот и измельчаю вот так. Ну, потому что их нереально есть жесткие, а вот так стейки еще, наверное, никто не подавал. Это можно запатентовать. Вот это да, ничего себе, вот так да. Рататуйчик, рататуйчик уже ждет. Значит, не сегодня, значит, не судьба. Вот такой вот район Приморский. Здесь такие вот высотки, закрытая территория, школа, лестница. Пошел дальше-то. Итак, мы собираемся на фотосессию. О май гад! Вау! О май гад! Как вам атмосфера? Блэкмен! Три образа, один из них Блэкмен. Один не одевается. Без носков, потому что тяжело надеть на локеры. Лич тоже едет с нами на фотосессию, кстати. Но это вы потом увидите. Я с работы пришел. Настя стала одеться уже. Засыпать. Все, валим, валим, вот примерно. Такой вид.